это. Сегодня мы поедем куда? Ну, конечно, кататься на карусели. Так что оставайтесь с нами, будет очень весело. Сейчас надо будет съездить в магазин, купить водички на дорогу. Вот Машенька, Максим. Максим — это наш мой племянник, мой крестный сын. И сегодня погода хорошая. Вот купили мы билетики, и уже мы внутри. Крики. Ну, сейчас погуляем с вами. Держи. Вот, горочки, зашли мы уже. Да что ты прячешься, Максим? Вот, Максимка, помаши. Машулька. Ну, рыбки тут плавают. Красиво. Я надеюсь, что подруга будет. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрим сейчас как. Там еще, кстати, свободная другая сторона. Да, много свободных есть, ну. Значит, да, закрылись дверки, все, эти сейчас полетят. Вот такая каруселька. О, на машинке, да. Машинки — это для меня. Ну, мы только приехали, нам надо сразу перекусить. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, bitte achten Sie bei Ihrem Aufenthalt auf die Abstandsschutzregeln im Anstehbereich an der Kasse der Restaurant. Сейчас немножко тут перекусим. Наша Машенька ждет колбаску, потому что она не может такое кушать. С лактозой. Ребята, смотрите, вот такая горка, и сколько желающих есть покататься. Нет, на такое мы не пойдем, точно. Здесь
опять есть. Вот наши детки сейчас пойдут сами кататься, но они запускают определенное число человек и потом закрывают, и другие продолжают ждать. А так столько народа. Так что, ребята, если хотите отдохнуть где-нибудь в Германии, опять вы можете найти, где отдохнуть. Сейчас, вот паровозик. Ребята, вот это жесть там происходит. Да. Кому не хватает адреналина, может приехать сюда покататься. Ну вот и наши детки покатили. Это жесть, стойте. Нет, это... Посмотрите, какие... Вот. Самые высокие вот эти вот. Сейчас, Максим, пойдем, пойдем. О, поднимается, поднимается. И потом резко их отпускают. Ну, везде очередь. Большие очереди. Ну что, нравится вам? Да. Ну, покатались на нас. Страшно. Да. Да, и Вайло здесь сейчас узнал, что надо платить за эти. А так как покупаешь билетик, заходишь везде без, с билетиком и ничего не платишь. Вот. Да. Даже не успехай разъехать. Может быть, вы с папой. Вот, ребята, еще подошли мы поближе. Люди висят. Это круто, но я боюсь высоты. Вообще не знаю. На паровозиках надо мне кататься. Побезопаснее на таком попрыгать вам, а? Не хотите? Идем, идем. Надо искать шапки, потому что Маша мы забыли взять, а Максима в машине осталось. Вот и такая каруселька есть, но она полностью вертит людей там внутри. Вот, ребята, там они стоят. Вот еще. Это круто. Медленно, но ждать надо много, очень много людей, и везде надо ждать. Все хорошо, но везде надо ждать часами на этом солнце, поэтому
Если ехать, то надо совсем рано. Наш папа хочет вон там прыгнуть. Ну, посмотрим, герой ли он или нет. Ребята, сейчас будем взлетать. Вы вместе с нами. Папа хочет тут попробовать, но опять очередь большая. Все ждут. Ой, улетели. Там клипчи, сейчас их снимаем. Но это очень страшно. Здесь можно покататься. И покататься на катамаране. Да, вот так вот. Ну, везде полно людей. Сейчас будем искать, где посвободней. Я очень боюсь высоты, но детки меня уговорили на чертовое колесо. Ох, боюсь я, боюсь. Ребята, это было очень страшно. Кто боится высоты, я не знаю, лучше не рисковать. Одели свои намордники, пришли сюда. А то здесь деньги выиграют. Вот наша Машенька сейчас, ой, звонок. Хочет попробовать, но мне кажется, ничего не получится. Держи! Ну все, облом. Сейчас Максим будет пробовать. Опять ничего. Наша Машуля пошла здесь прокатиться, потому что все другие качели, все такие они страшные. И паровозики тут есть для самых маленьких, кто хочет покататься. Ну, в принципе, ребята, здесь очень хорошо, вот как отдыхать. Но мне кажется, времени целый день нам не хватит. Вот, полетела наша Маша. Из-за этого я не хотела ее смотреть. Ага, Маша кричит уже. Там шапки куда? Ходи. И купаются дети. Испанские. Тут еще есть бассейн, ребятишки маленькие купаются и загорают люди. Нашли мы им шапки, слава богу. Сейчас детки оденут
оденут, потому что солнце такое жаркое и бедные головки, чтобы не перегрелись. Только в одном месте здесь нашли. Вот кому тепло, может помочиться здесь. Уже вышли. И сейчас в воду. Круто. Везде полно народу. Нет, там вообще падаешь. Но мы нашего папу сейчас вон туда ведем. Там надо 3 евро платить. Пусть прокатится. Наш папа герой, пошел пробоваться. Сейчас посмотрим. Все, пошел. Вот здесь Дайте. Будет кататься. О, я нет. Я боюсь. За папу, ну, посмотрим, что какой будет? Выйдет оттуда. Все, наш папа пошел, сел. Значит, будет героем. Ну, посмотрим. Мы пока в семье. Ну, посмотрим. Очень высоко, я бы не рисковала. Я тоже. Все, поехал. Сейчас его покрутят. Маленькие дети есть, как они не боятся вообще, вот я не знаю. Ребята, сейчас мы покатаемся на таких вот машинках. Будем пугаться. Кричат вот эти вот. А внутри ничего и не видно. Вот.
Вот такие тут вот есть аттракционы. Ребята, вы покатались бы на таком? Я, наверное, бы не знаю. Девушка вышла и плохо стало отсюда. Еще и в масках надо сидеть. Ну все, ребята, мы уже идем домой. Прощаемся здесь с качелями совсем, сильно жарко. Сегодня перегрелись мы на солнышке. А если вам понравилось быть с нами вместе, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем вам показывать еще, где есть много развлечений и всего другого. Давайте, пока-пока!